Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Жизнь среди живых лишь... Отлично. Торжественная речь. Сяду теперь и... Ты чудесно пахнешь. Геральт, мы на похоронах. Ты ч... Клад... Двор... Вам... Я не видел тебя 2 года. И что бы мы там делали? У меня есть кое-как. Та, в которой... Ты опять читаешь моим... Ты узнал? Я еще не окончил поиски. Я думал... У меня измен... Да навек... Пока что я ничего не знаю наверняка. Я... А ты что-нибудь узнала? Не так... Они поят... Мышаву? С тех пор, как... Сомневаюсь, что... Почему... Скажем... О... Нет, при... Нашу и... Йен. Я, как и... Я сняла комнату в... Эй, ведьма, не ищешь ли работы? Когда я вырасту, стану жрицей. Роль мне не жрицей, только... Это еще это почему? Честь для меня. Она здесь если была хороша, хороша будет и на том свете. Пусть она исправно служит нашему королю. Когда-нибудь мы с ней еще... Хочешь купить? Покажи,
Прощай. Ярлу представьтесь. Он с ней согласен. Треска была верным исследованием. Мужественным нашим. Чужеземцы тоже могут получать. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор. И роскошь. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала? Как всегда, черная и белая. Чучело единорога. Мегаскоп. Я смотрю на без него никуда. Как говорила Филиппа Эльхарт, мегаскоп — вещь столь же личная, как зубная щетка. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Тиса и Даврие. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? Приветствую. Ведьмак. Я справлюсь. Нравится. Еще бы. Когда я приехал с... Почему она называется Новый Порт? На Ундвике. Чем это у вас так вкусно? Спасибо, что уделил мне минуту. Могучий воин должно быть. Следи за собой, белоголовый. Ну и ну. Быстрей. Плотва не так быстро. И лучше. Шевелись, плотва. Но, если слабая рука его...
Бран был великим владыкой. И ему, кажется, беда. И... Я Геральт. Бир. Буд. Зна... Не люблю я не... Знаю. А еще... Пойдем, а? Точно. Я не буду. Ты, да? Ясно. Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы из корчмы выносить. Что вы привезли на прощальный пир? Хлеб, овечий сыр. Гер, ты думаешь, я надела вечернее платье, чтобы демонстрировать его тюлену? Я только хотел подышать свежим воздухом. Хорошо. Когда проветришься, ищи меня у входа в пиршественный зал. Госпожа Ель. Привет. Мальчик. Мы. Нас. Я сам. Это... Похоже, нас посади. Керит. Керит. Все знают. Ты говори. Не тво... Мой... Прочь. Зовись. Гер. Я польщен предложением, но, может быть, в другой раз. Хватит. Сегодня. Так. Благо... Раз. На. З... Тебе не стыдно? Не стыдно. Любовь. Чья ты друг? Что ты узнал по внуке на стрельбе? Под... Назад. Решайте свои дела снаружи. А ты кто такой, чтобы давать мне советы? Тот, кто лучше тебя знает обычаи. Ты оскорб... Грабить. Гляди-ка. Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать. Я и не собиралась этого делать. Пойдем. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Ураборуса? Разумеется, в свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Шаги. Еще чуть-чуть и... Так просто не... Это и... Труды. А, наверх. Иди.
Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Какое интересное хобби. Особенно для друида. Да. Надо думать, мышавур очень любит живую природу. В Каэр Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением мышавура на поверхности. Ты что? Порезался. Звери ожили. Берегись. Монстры. Я чувствую их. Они приближаются. Повсюду. Одним меньше. У тебя выглядело это из ну не ла. Идем внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо ее обыскать. Маска Ураборос. Письмо с печатью мышавура друидам. Он предупреждает их о тебе. Предание Скеллиге о дикой охоте. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Вот, рука. Пожалуйста,
Литературная биография Раймонда Марлиоли. Похоже, Маша Вур заказывает себе настоящий табак. Шишка. Кто бы мог подумать. Это палочка женский Машавура. Плод. Друиды их почти не используют. Череп ребенка? Меч. Не видит? Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Это сделала Цири в детстве. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Краснолюдский. Тройной выдержки. Похоже. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Пришли. Вот. Сдавайся, сразу! Это ловушка! Мы попались! Геральт, ты чувствуешь? Понюхай, это газ. Решетка по-прежнему закрыта, надо что-то придумать, быстрее. Да. Да. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! Держись за меня. Надо его зашить. Ты что, шить умеешь? Я тебя умоляю. Я зачарую иглу. Нас уже ждет. Плевать, пусть ждет. Я очень по тебе соскучился. Соскучилась.
Сожгла бы уже эту рухлядь, сколько можно. Жалко зверушку. Столько воспоминаний. Геральт, ты знаешь, сколько они стоили? Иди сюда. Надо торопиться. Крах ждет. Ах так? Йен, отпусти Грил. Знаю я тебя. Ты тут же нас скинешь. Даже не пытайся. А-а-а. Я скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Пора возвращаться. Мне надо одеться. Отвернись. Краханкрайц? Мы... Что? А? Теперь... Зна... А что был? Я... Она... И я... Е... Я... А... Я так... Спасибо. Нет, что... Арну... У меня... О... Окей... Сын... Слав. Да ты знаешь, перед кем ты задаешься? Это конец! Ну, вчера мы наделали дел. Ты чужак. Интересуешь? Что у тебя есть на прод...
Будь здоров. Будь здоров. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука.
И плотва. Это место силы. Отсюда изливается магия. Давай, плотва. Давай. Быстрей. Шевелись, плотва. Сюда слышны пилы и топоры. Воздух уже густой от опилок. Ярлы строят новые дракары. Так уж повелось. Благо сказавшему, благо узнавшему. Ну ты даешь. Ведьмак, эй, подойди сюда. Ты звал меня? Ага. К счастью, мать природы не обделила меня голосом. Видишь ли, один из нас... Можно. Молил тебя, Модрон, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Может, если я погашу ему огонь, он что-нибудь скажет? Жестяная посуда. Она может наделать много шума, если в нее как следует грохнуть, когда он пойдет спать. От
Отцепись от меня уже, ты! Понял. Я... Три года. Прости, меня обманули. Я думал, что... Ведьмак? Я отсюда... Ну вот, паш... Пришельцев с большой земли. Гвиндл. Арда, ты же видел тот умерший лес. Все действительно настолько... Грейнс, ты не становишься моложе. Ты должен передать свое знание. Должен, лосось на нерест идти, а я буду делать, что хочу. Оставь меня в покое. Оставь меня, наконец, в покое. Да? В чем... Кто был? Это Гремя. Что ж... Но чародейки... Может, для меня он... Ну да. Я хочу с тобой поговорить. Я стал поэтом. Правда? Так. Могу я тебе? Ну, не у... И в три. Этот фри... Ведер... Спирт? Как ты на... Только... Цветок. Хорошо. Давай, плотва! И вправду легенды не лгут. Быстрее! Благо сказавшему! Но! Вперед, плотва! Шевелись, плотва! Но! Гремь. Ритуал. Огляни. Подожди. Интерес. Если... Да... Иди за собой, белоголовый. Нет. Приносишь в жертву животных? Лучше принести в жертву пару коз и овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле.
Кука! Какая славная гроза у меня. Я что-то... Да. Клуб. Если... А так... Теперь ты... А как? Шевелись, плотва. Но! Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Эй, на листьях еще есть пыльца. Кто-то сорвал цветок совсем недавно. А, нет, я... Что? Немного, но даже... Кто тут? Нет. Ты еще... Почему бы... С цветка оборваны все лепестки. Следы копыт, но конечности только две. Оборваны все лепестки.
Следы ног, некоторые свежие, другие едва видны. И все ведут в одну сторону. Перестань мне щекотно! Вот я тебя сейчас пощекочу, ах ты коза противная! Оставь его, про... Успокойтесь! Со мной все в порядке! Я здесь сам... Ты не... Ерунда! Я не вижу повода ее убивать. Она монстр, верно? Но разумный и совершенно безопасный. Не бывает безопасно. Не с... Я сюда... Тебе не нравится... Мне не нравится, если... Случается, правда? Нет, пол... Все немного сложнее. Ты можешь... Я тебя даже... Индиго? Нет. Зачем тебе все эти цветы? Все-то тебе надо знать. Сейчас увидишь. Красиво, правда? Колокольчики, фиалки, калужницы, курослепы. Надо будет нарвать еще и эдельвейсов. Возьми один цветок.
трупом разобрались, теперь можно спокойно осмотреться. Повезло. Здесь осталось немного солода. Вот и рецепты. Пергамент поблек, но текст читается. Сюда, наверное, кладут солод. Готово. Теперь нужно прокипятить солод. Наверное, хватит, пора охлаждать. Вот так так. Оказывается, я неплохой винокур. Я сделал все, о чем ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. Ну что, Фритьев, начнем? Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжелая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придется подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнем обучение. Как пожелаешь, мастер. Ха! Я из тебя еще сделаю человека, ведьмак. А теперь давай, кыш.
Ух, давай еще. Ну и товар. Самый лучший. И я вижу, Геральт говорил, что круг и хорош. Обучение за бутылкой, это я люблю. Да-да, это я называю активизационно-ассимилятивным методом. Сначала ты активизируешься, а потом, оп, ассимилируешь. Ну ты садись, садись. Начнем с усвоения токсинов. Тут, понимаешь? Ага. Тему. А говорят, старость не радость. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? У тебя есть что-нибудь на продажу? Есть, но я беру дорого.
Thank you.
До свидания. Я бы сказал прощай. Thank you.